Познакомьтесь, Дэвид Дрейк, председатель инвестиционного фонда для криптоактивов LDJ Cayman Fund Ltd. Господин Дрейк знает 6 языков и имеет степень MBA в области финансов. Дэвид Дрейк – магистр международного права и экономики Университета Джорджа Вашингтона, где за академические успехи получил стипендию Валенберга. Дрейк – сторонник цифровой автоматизации для частного капитала. Инвестиции господина Дрейка в настоящее время находятся в более чем 50 глобальных проектах, поддерживаемых частными активами в 1,5 триллиона долларов. В настоящее время Дэвид Дрейк – основатель и председатель фонда LDJ Capital и имеет репутацию одного из самых влиятельных лидеров в криптомире. А среди прочих интересов Дрейка – музейный бизнес и производство радиозаписей и телевизионных рекламных роликов Дональда Трампа.